Папяровая версія районных газет сёння пакуль самы запатрабаваны варыянт. Але ўсе без выключэння районкі Гомельшчыны ўжо даўно маюць і свае сайты ў інтэрнэце. Гомельская районная газета «Маяк. Шлях» у сусветнай павуціне прайшла самы вялікі. Адмовіўшыся ад стандартнага шаблона сайта, набыла свой, адметны. Дадала інтэрактыўнасці, аператыўнасці, наладзіла дыялог з чытачом. І цяпер газету ведаюць не толькі ў районе, у свеце. У нас на сайте, допустим, посещение с Белоруссией меньше 50%. Заходят люди с Канады, с Америки, с Израиля. Наши бывшие переселенцы, кто набирает, допустим, ну, Поколюбичи, Зябровка. И сразу попадает на наш сайт, потому что это уникальный контент районных газет. Интернет-версия помогает события поместить более оперативно. Газета выходит два раза в неделю, а события происходят ежедневно. Например, фоторепортаж снят сегодня. Он либо сегодня вечером, либо завтра с утра уже будет на нашем интернет-сайте. А в газете он будет только уже через несколько дней. И здесь будет размещено фотографии, например, гораздо больше. Люди смогут увидеть шире события. Еще несколько годов тому и выход на самозабеспечение для района Гомельщины был недосягальным, как и интернет-простора. У 2011-м уже 6 газет працуют без допомоги бюджету.